10 очень полезных товаров с AliExpress для вашего автомобиля. Силиконовый лизун для очистки торпеды. В салоне автомобиля есть очень много мест, куда сложно подлезть тряпкой. И для того, чтобы отлично почистить салон, вам понадобится вот такой вот отличный желтый лизун для очистки салона. Он удалит пыль в самых труднодоступных местах. Отличная складная канистра. Если у вас мало места в багажнике и вам нужно всегда с собой возить канистру на случай, если у вас кончился бензин, данное решение специально для вас. В сложном состоянии она занимает очень мало места. При этом имеет объем от 3 до 10 литров. Универсальный держатель для телефона, который состоит из зеркала и подложки, на которую кладется телефон. Это зеркало переворачивает изображение из вашего телефона, и вы видите его на лобовом стекле. Вам будет гораздо удобнее пользоваться навигатором и следить за вашей скоростью. Карман для мелочевки, телефона и кошелька, который ставится между сиденьями автомобиля. Таким образом, у вас ничего не потеряется, и эта недорогая вещь упростит вашу жизнь. Этот гаджет невозможно описать одним словом. В нем есть целых 5 функций. С одной стороны, это зарядка для вашего телефона, вольтметр, Bluetooth FM трансмиттер, который позволяет слушать музыку, не используя шнур AUX, беспроводная гарнитура и голосовая навигация. Эта вещь очень полезная, при том, что она стоит гораздо дешевле своих аналогов. Экономайзер топлива. Эта вещь, в принципе, могла быть полезной. И я сначала подумал, что действительно стоит купить этот прекрасный гаджет, который экономит 25% бензина. Но на самом деле это реально лохотрон. Поэтому никому не советую покупать такую вещь. Никакое устройство, которое вставляется в прикуриватель, никогда не будет экономить ваше топливо. Маленький термос, который вставляется в прикуриватель, отлично может подогреть остывший чай или кофе. Сохраняет ваш напиток теплым долгое время. А теперь для тех, кто хочет охладить свой напиток. Летом очень жарко, и иногда не получается купить уже холодную колу или воду. Но вас спасет специальный холодильник, который вставляется в прикуриватель. Вы можете его держать в салоне автомобиля и отлично охлаждать напитки. Если вы хотите попонтоваться или реально удивить кого-нибудь, вы можете купить специальную светодиодную насадку на диске. На ней загораются лампочки и при вращении колеса образуют картинку или видеоролик. Вам достаточно скачать на флешку какую-то картинку или видеоролик, который будет крутиться на колесах, и вставить эту флешку в колеса. Это какая-то магия. А теперь самая дешевая в мире — магнитола с Bluetooth. Это реально очень полезная вещь, она работает, отзывы у нее хорошие. За 362 рубля вы получите возможность воспроизводить вашу музыку по Bluetooth с телефона, с SD-карточки, с флешки по USB и через AUX. Это реально очень удобная вещь. И, наконец, сигнализация с дистанционным запуском. Такая вещь у нас в России стоит гораздо дороже, раза в 2 или в 3. Но на AliExpress я нашел за 3000 отличная модель. Очень подойдет для зимы, потому что зимой нужно прогревать машину. Если вы опаздываете на работу, вы можете, пока завтракаете, включить вашу машину греться. Ссылки на все товары есть в описании к этому ролику. Надеюсь, это видео было вам полезным.